Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 248. События дня. 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. За 16 августа 2016 года. И далее, как посмотреть, какую беду сотворили русские, приняв вот этого человека, как он все разрушал 20 лет, и как полное ослепление, не видели по епархиям, приглашали его, он получал зарплату, расписывался. Что это за человек? На мне он 4 раза только зубы ломал. И вот Роспотребнадзор, это его работа, натравил. Но это не мои тут определения. Богопротивные речи оскверняли все. Лжепрофессор, шарлатан. Ну, один-два человека обольщены. Вся патриархия. Слово «секта» ввел в обычай, как слово «бог». Никто не знает везде. Что бы ни увидели, секта. А сейчас сектовета, такой должности нету. То есть помрачение ума. Миссионерские отделы создавал. Нет миссионерских отделов у Бога. Их не было и не будет никогда. Только сатана принимает вид ангела света. И какие пакости только не делали, они не говорили, что. Пожалуйста. Занимается созданием, распространением злобных слухов, сплетен, разрушительной клеветы. Подрывная деятельность этого типа. Это там люди-то занимаются, какого уровня-то, не то, что я-то бы сказал на него. Ну и дальше, митрополит Антоний Храповицкий о русском народе. Самое главное событие, вчера закончена работа с бульдозером. Думаю, что ушел он ночью уже, вечером. Все благополучно. Самое удивительное, что удалось сделать это за 2 недели. Что намечено было, и при том так, как было намечено, именно так. Бог дал такого бульдозериста, который прислушивался к тому, что говоришь, и хорошее осталось впечатление. Вот. Я ему подарил книги, подарок за хорошую работу к истинному православию и 3-томник Нового Завета. Вот мне пишет. Мир вам, дядя Игнатий. Вот ссылка на видео, кто может, зарядите ее. То он снимал. Размер видео 1,3. Я спрашиваю, как мне переснять это, перевести на свой видеоканал? Ну а что, в другом месте этот ролик уже не стоял? Отвечает. У вас, если есть модераторы, если есть, конечно есть, модератор, администрация, которая закачивает видео на YouTube. Вы им дайте эту ссылку. Они скачают видео на компьютер, затем закачают его на ваш YouTube канал. А вы снимите замок. Это видео находится на файл обменника Mail.ru. Его надо скачать. Затем я его удалю, чтобы не занимать место. Вот видите как. Ой, не знаю даже что. Да. Нажмешь опять не туда. Кто-то еще тут. Александр Глушанков, священник. Мир вам, Игнатий Тихонович, прошу помощи. Предложили сделать сообщение на тему православия и экстремизм для сотрудников колонии. Хм. Сотрудников колонии. Что посоветуете использовать при подготовке? Спаси Христос. Я отвечаю, если воспользуетесь моим советом, то будете копать землю и строить дома, как и мне приходится. Лучше обойдитесь без моей помощи. Помощи просит священник. Я отвечаю, мы православные суперэкстремисты. Как-то на тему об экстремизме собрание было. Это все краевая администрация, что ли, устраивала. Важные там доктора, звания, там академики сидят. И что интересно, дают им, ну, допустим, 10 минут вступления. А мне дают только 5 минут. Всегда. Я 5 минут и вложил, вышел с Библией в руках и говорю, я экстремист. Я экстремист. А
Кто не экстремист, тот блевотина. Почему? Ни холоден, ни горящий, извергну тебя из уст моих. И обращаюсь к президиуму, который там был. Извергну из уст. А что из уст извергается? Все в уста. А из уст извергается блевотина, когда не вмещается. Извергается, то есть исторгается. И выступает доктор юридических наук Сорокин Виталий передо мной. И говорит так, как будто это я говорю. Он говорит, если кто не экстремист, то его верующим нельзя назвать. Я должен твердо стоять на этой позиции. До совершенства доводить дело, которым занимаюсь, согласно Библии. Христос говорит, кто не со мной, тот против меня. Это не экстремизм. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Но это не экстремизм. Обыкновенно заработал человек деньги, десятину не отдал. Малахия говорит, проклятием вы прокляты, что вы обкрадываете меня. Чем мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношением. Принесите в Дом Божий, проверьте меня, Господь говорит, не изолью ли я для вас милости, не открою ли все отверстия для милости. Это экстремизм или нет? То есть никого не признает, и православие не может признавать никакие конфессии, деноминации. Есть слово «вера», «истина» и «ересь». Конфессии, деноминация – это ересь. Его заменили такими словами, которых в Библии нет, ни которые святые отцы не знали, ни в канонах. И православные этим пользуются. Конфессия, деноминация, демонизация. Мы экстремисты. И у меня есть снимок такой, я говорю, в руках держу Библию и говорю, мы экстремисты. Я пришел домой, ну, и через главного редактора газеты Алтайского государственного университета Клименко Владимира Федоровича спросил, а Сорокин-то где преподает? Он говорит, да в нашем университете гуманитарный, доктор юридических наук, профессор. Я говорю, а адресок бы мне? Он дал телефон, я звоню. Не разговаривал. Я скажите, пожалуйста, уважаемый, как вы могли такое сказать при людях-то, что мы экстремисты, и мы именно и верующие только экстремисты мы может быть, если не экстремист, то никто. Он говорит, а у меня 12 томов открытым оком стоят, говорит, на полке. Зря разве? Я говорю, где вы взяли? А у Никиты покупаю, Армандо, такой магазин, если там итальянские товары, там мои книги. Это мои книги. Вот я даже знать не знал. Грамотный человек, пишет книги там про вождей Алтайского края, какие были там Аксенов, Георгиев, Беляев. Ну, он такой человек. Я же не могу с него требовать, чтобы писать о другом. Вот я и говорю. Если тебя узнают, то ты такой, должен отстоять свою точку, что именно кто такой экстремист? Ну, кто? Надо сначала завести. Вот я сейчас посмотрю, знает это слово или нет. У этого было Ожегова Сергея Ивановича. Экстремизм. Сейчас мы это сделаем. Приверженность крайним взглядам и мерам, обычно в политике, экстремистки, сторонник экстремизма, левые экстремисты, экстремистка. Вот видите, экстремизм мы нашли. Экстремальный, крайний, необычный, по трудности, сложности. Ну вот так. Экстремизм, приверженность крайним взглядам. Христианство не терпит никакого нигде отношения. Дружба с миром есть вражда против Бога. Вот тебе и на. А нас обвиняют, что ограничит связь с миром. Дружба с миром есть вражда против Бога. Так, кто любит мир, в том нет любви очи. Это не экстремизм. Бог не терпит, чтобы процент один куда-то уходил. Всем умом Бога возлюбить, всем сердцем, всей душой, всей крепостью, а для другого не остается. Это экстремизм в наивысшем проявлении. И поэтому не надо бояться этого слова. Из него сделали, как, например, фанатик. Ой, ты фанатик. Я говорю, я фанатик.
Фанат – это слово готовность умереть за то, что ты проповедуешь. Фанатик. Хорошие слова, как сделали. Вот, допустим, слова фашизма, коммунизма – это одно и то же слово. Common. Общее. Фашио. Связка. Пучок. Это одно и то же слово. И оно хорошее слово. И коммунизм, и фашизм. Но в каком смысле? Не то, что национал-фашизм хорошее, плохо. А фаша – это вместе. Хорошо быть вместе. Коммуна – отвратительное слово. Нет, это хорошее слово. Будьте вместе. Всегда будьте вместе, Господь говорит. А дьявол хочет рассеять, как пшеницу, чтобы сеяли. Плохо, когда национал-социализм, национал-коммунизм, национал-фашизм. Вот тут провозглашение превосходства своей нации и прочее, проистекающее отсюда. Ну, значение слов, когда извращают, тогда все по-другому идет. Вот я и показываю. Ну и посмотреть наши ресурсы. Вот. Сейчас я покажу. Вот мой мир. Вот это. Заходите на наш мир. Сейчас я покажу, как выглядит наша страница. У меня несколько страниц. Одна вот такая, я в шапке. А где с голубем, это контрольная там идет. Вот тут заходят люди. Хорошо на почту писать, удобно. И наш форум, православный форум. Стоит все на месте. Вообще никаких связей. Бывает за месяц ни одного выступления нету, а посещаемость есть там 230-240. Вот. Ну и дальше это наш видеоканал. Православный видеоканал. Вот как. И вот сегодня я выставил номер 6, Ту-24 из Москвы, побудили прилететь к нам действия Роспотребнадзора. 42 минуты назад 46 просмотров. Просмотров это людей зашло. События дня. Вот сегодня 4 выставил. Утром рано. Больше ничего нету. Вот если нажать вот здесь главное в левой стороне под фотографией, главное, то получится главное отличие, то что жития святых выставляется на каждый день. Добрый человек один взялся за это. Мной насчитаны были жития святых по Дмитрию Ростовскому. 1173 жития. Ну, дополнительно по второму, третьему тому настольной книги священнослужителя, там, кажется, 174. И вот здесь он выставляет. Можете смотреть здесь. Ну и самый главный ресурс наш, это библейский православный сайт. Вот здесь. А на нем самое главное, это вопросы и ответы справа. 55 папок, позиций. Ну и в открытом виде книги «Новый Завет» для Слова Божия, «Нет узких истинных православию». Звук и видео, тут беседы, 50 книг аудио, значит, то есть богатый, огромный материал. Приглашаю посмотреть. Вот пока разговаривал, сейчас обновлю, посмотрю страницу. Еще залезла-то. Ну-ка, иди отсюда. Вот уже 3 человека еще посмотрели. Будьте рядом. Еще раз глянем. 46-49 уже. Ну, на этом все на сегодня. Так, еще пришла, там шаришься.